Здравствуйте! Приятного аппетита! Можете меня поздравить? Давай, пока. Заплатим. Наберите, пожалуйста, кто-то у меня хлеб со мной. Будь здоровый, будь добрый. Тут не раздеться невозможно ничего. Все. Сьогодні вніс перший этот, перший внесок 30%. Боже. Так що поздравляйте Колю. Та нічого, потихоньку так будете платитися. Будем помогати. Ви будеш хату і все. Поможете, по сусідству. Це таке поздравлення. Поможете. Ти мене теж так будеш поздравляти? Бабушка вообще ничего не понимает, что ты. Ольга Леонтьевна, Коля квартиру купил. Вы же не понимаете, что он говорит. Квартиру купил, Коля. Да сколько он уже раз купил? Да это первый. Вы меня дурили. В этот раз вон документ принес в рассрочку. Что еще раз шучу? Вы сколько квартир купил? Колясь, будете суп гороховый сварила? Сейчас я хочу, чтобы мне показали, я сегодня в новом костюме. Угу. Вот ну темнат. Трех. Сегодня у Татьяны Васильевны день рождения, и мы в одинаковых костюмах. И Ира подарила такое синее платье, как у меня. И мы с ней делали фотографию с шариками. А мы звонили, поздравляли с утра. Я квіти, гроші віддав. Ну, мені кажется, что чуть-чуть уже великоватий для мене костюм, потому что уже я чую, что... Просто свободно. Ну, він свободний, такий, не маленький. Так. Сейчас руки помою, а нам есть нема ничего. Есть, сынок, не переживай. Есть еще омлет, есть суп, я сейчас разогрею, и мясо есть. Температура нема у вас? А? Температура нема? Не, сынок. Я сдавал сегодня тест. Угу. Отрицательный. Ну, это хорошо. Приезжала эта девушка. У меня уже вечером в 11 или 10 уже температуры не было. Не было, да? Ну, у меня ее вообще не было. Ну, просто что, у тебя же завтра спектакль, я как бы боюсь, что, знаешь, что если вдруг болею. Ну да, надо обязательно. Слава Богу, потому что я довольный, что сколько я общался со всеми, не заболел. И заболел. То ли я раньше переболел, то ли переехал. Ну, молодец, сейчас я со мной только поставлю. Давай я поставлю. Ага, поставь, чтобы разогреть этот суп. Идите тогда мойте руки. А я не мою руки. Ну а як не мою руки? Иди там в туалете чистое полотенце. Я думаю, не будет сало есть, вы сало делал. А есть картошка, да? Есть, я чуть-чуть оставила вам, вот тут поделилась с вами. Где? А вот тут, я чуть-чуть отложила вам поделить, да. Есть он отбивной, не отбивной, как я делала этот... Я картошку люблю. Ты любишь картошку? Самвел, вот тут есть, я тебе дам. Да, вот писец, да, есть картошка. Моя любимая еда. А как разблокировать печку? А вот, вот так ты нажимаешь, да, она все раскрылась, да. Вот это, да? Да, да. Ну все, тогда я разогреваю, сейчас еще вытащу мясо. Кто картошку делал? Тату. С капусты. Не, иначе не будет картошку, бо она сало. О, молодцы, витамин С хорошо есть. Или на троих по пакетику, да? Угу. Надо еще купить, это аптечный, чистый. Такой раньше был. Очень помню, хороший, да. Да, надо еще купить такой в аптеке. По-моему, в Руане. Нет, это Линда Фарма. Есть такой Руань тоже так и делаю. Это хлебушек мы брали. Будете редиску, сынок, или капусту будете квашеную? Какую редиску? А я редиска белая есть. Ой, не, мне она не нравится. Супчик? Суп я не хочу. Чего, у нас варила суп, суп хороший, вкусный. С этим я сварила с горохом, как ты любишь, сынок. А, ну хорошо, горохом... только мне без мяса, пожалуйста. Да, вот есть еще, смотри. Цукини там, да, картошечки чуть-чуть, бабушка зеленую двоих. У бабушки температуры не было? Нет. Нормально. Сама, ты что будешь? Просто. Есть кислая капуста, картошка и суп. А я ем все. Сейчас. Бо я картошку не буду. Ты если я хочешь. Да, вот тут есть, я, да, я картошку не буду. Я ем все, я Ольга Леонтьевна, она тоже стоит, да? Картошка, ну как? Ну как ты себя чувствуешь? Лучше уже, чи не? Чи не? Ну лучше, конечно. Уже видишь?
насколько коронавирус ослаб, в принципе. Вот как грипп, а как обычный грипп? Да ты что, обычный грипп страшнее. Не, мне кажется, что это не то, что ты болел той короной, это, наверное, какой-то другой идет вирус. Это просто, наверное, слабший. Микрон, он легче. Но сейчас говорят, омикрон 2 есть, который заразный еще, а еще а последствия тяжелейшие. Мы будем пить 50 грамм за день рождения Татьяны Васильевны. Хорошо. Самвел поведе. Поведе? Чего ведем? Ну, поведе, имею в виду за рулем, а я выпью 50 грамм. А, в ресторан поведе. А, ну так в ресторан мы ж не пойдем. Снег вон, а летит там вот эти санки. Я, конечно, очень хотел кафе. На санках ходить. Жалко, что санок, надо будет санки купить. Такая Ира платье, такое красивое подарила Татьяне Васильевне сыне, да, там еще два разных. Самвел красивые подарки подарил. Татьяна, дав деньги от тебе, дав. Ну что, Василина? Была очень удивлена твоему подарку, да. Казала спасибо, да. Свершилось. Мама каже, наконец-то. А каже Татьяна Васильевна, что 24 февраля, чи когда ще есть День Світла нема? Что ще один есть? По-моему, ты же сказала, что один и все. 26 февраля. Это второй день? Это первый. Первый день. А, то еще не было, да? Да, еще не было. Мам, мне, пожалуйста, без мяса. Со мясо Самвелу, мне не. Я горячий, что хочешь не горячий. Это что, одни туда? Мужиков нету, одни женщины. Но вижу две фамилии, только женщины. Ну, одни женщины. Я потом почитаю. Ну, я же потом покажу. Я почитаю. А у тебя копий нет, у тебя только вот эти, все, на копии поделать, ты не будешь копии делать. Не будешь копии. Я не хочу копии делать. Чего? Тут самое сильное, теплое, нельзя горячее. Нет, нормально. Тут вот комнатку тебе дал. Ну, такое ли там сделал горячее? Две комнаты. Я тебе покажу сейчас. Там... Подожди, я схожу сейчас в машину. Квартира продается пуста, без перегородок. Ты можешь сделать одну комнату огромную, можешь сделать пять. То есть сейчас новая планировка, сейчас нет такого, что продаются квартиры с комнатами. Это в старом доме. Нет, это новостройка. А я в старом доме. То новый дом, выстроили новый дом. Старый дом, то уже было бы готово, двух комнат, четырех комнат. Ну я знаю, что... Новые дома, так как у нас в Тулузе, школы второй было. У нас тоже кто с портали, кто же. А ты себе же перегородки делай, сколько хочешь. Коли прошу, по машине закрыть. Машина закрыть. Я тебе потом покажу, бо то надо тебе открывать. Это новый дом, новый дом. Даешь какой-то частку денег, а потом выплачешь. Только дом еще не построенный. Еще нема, его только будут строить. Это в рассрочку выплачивать, на выплату, поняла? Ты пришел уже? Три часа тебе зовут. Но с холодной. Чарли, кажу, Чарли. Дом будет построенный в 23-м году, в декабре месяце. Чарли, кажу, Чарли, ходи, кажу тебе, Чарли. А ты, ноль на мосту, да. Ти такий, ну на мосту, я кажу, Чарлі, Чарлі, ходи домой, кажу, Чарлі. А сюди всі гріння, то доколі, наверное, цілий час треба повністю. Там не цілий час. А як, далеко буде їхати перестрігнути? Конечно, всі гріння. Ну так, извините, ще навіть до солнечного. На 10-му. На 10-му. Ну, я тобі скажу, що не дуже далеко буде, тому що тобі треба буде їхати через Придніпровськ, там де Шкода автосалон, де епіцентр, і отам вниз спускаєшся, і потім направо. Уже начинается дома, поэтому не так уж и далеко. 40 минут надо ехать. Ну, полчаса надо ехать, да. 40 минут. Ну что, на солнечный тоже долго ехать. А, то мне через этот не ехать, через мост, я могу ехать. Можно ехать и через центр, а можно ехать и через Приднепровск. То есть выбираешь, какой хочешь стороной, тут уже без разницы. Что так, время, что так. Коля, курицу, может, ты порежешь ее сам? Я тебе говорю, да, только сначала суп покушаю, а потом... Говорит, 15 минут. Будет самая картошка? А что там будет видно? Море. На море тут нет. Днепр будет видно, яке море. Надвірно буде. Море, что тут море с Днепром? Надвірно видно буде. Видно буде надвірно. Днепр буде видно, все. Мами нету, мами температури хорошо, що вже не буде. 36-30. Оті дні то було у матері. 37-35.
Приятного аппетита, кукол. Приятного аппетита, сама. Мне тоже приятного аппетита. Тебе надо уже подстригаться, Колян. Покушали сейчас. Поедем попозже к Татьяне Васильевне, поиграем немножко в карты, потому что у нас сегодня день рождения, в кафе мы не пошли. Сегодня поехали, ну то, что сначала к Татьяне Васильевне, там подарили подарки, Самвел там подарил свои подарки, потом ездили с Самвелом в отдел продаж, там заключали договор, потом ездили в бухгалтерию, этот первый взнос заплатил, потом дали документы, все сказали, когда там надо будет сколько платить раз в месяц, так что теперь надо будет складать копейку до копеечки и каждый месяц носить определенную анную сумму, там, свыше $2000. Так что, так. Кто захочет поздравы, кто не захочет гадости, напиши, в принципе, я не заставляю. Все равно определенный процент зрителей есть хороших, которые порадуются, которые напишут хорошее. Ну, как-то так. Татьяна Васильевна, еще раз днем рождения. Уже потом у ней коньяка 50 грамм, за ее здоровье выпью. Всем хорошего вечера.